В Саратове планируют построить 4 поликлиники, об этом рассказал Вячеслав Володин. Наиболее нуждающиеся в медучреждениях районы – поселок Юбилейный, Солнечный 2, Авиатор, Звезда. Так, в Юбилейном, по словам спикера Госдумы, строительство возьмет на себя область, в Солнечном 2 детскую поликлинику будут строить за счет средств федерального бюджета. Также Вячеслав Володин призвал саратовские власти поскорее определиться с местом строительства поликлиники в микрорайоне Звезда, чтобы заложить фундамент уже в этом году. И отметил, что при застройке микрорайонов необходимо учитывать появление объектов соцсферы. Ряд микрорайонов сегодня застроены по причине выделения земельных участков мэром города. Но раз решение приняли, людей стали на пустыре переселять, тогда думайте о социальной структуре. Мы в авиаторе школу построили за счет федерального бюджета, люди обращались. Вот ни при чем. Два садика построили в рамках нацпроекта. Тоже ни при чем. Ну тогда берите на себя поликлинику. Раз вы все продумали, подпись поставили, значит, должна быть ответственность за принятое решение.